Насыл эшитемы біз. Селям алейкум, студия. Селям алейкум, сайғылы милли телеканалының сердилері. Сабаш эфиріңіз қайырлы олсын. Шымды бұстринева истерат бақчасында бұлынамыз. Ве интернет малюматына көре, бүгін бұлытлы ава бекленіле. Сыфырдан юқары 12 градус оладяға. Ама көргеніңіз кібі шымды байтақтымызда Кунеш парылдай, біз әлбеттікі қуанамыз, сізге яқшы күнлер тілейік. Бүгін Қырымда тек яқшы ава олсын, әлбеттікі зысын еміңізде де яқшы мұйты көмсірсін. Чоқсы енді бізім Қырымның ватандашларымыз енді ішке азырлық көрейлер, көргеніңіз көбі, әркес өзішлерге ашыға. Біз ісе бүгін бізден әрте ұянып бұл кезінтіге чыққан инсан Алим Бей Аблаев, Қырым татар милли театрымызның актері. Біздің субъектімізге бұйырыңыз. Селям алейкум, Алим Бей, сабаш ертеңіз қайырлы болсын. Насылсыңыз, әрші яқшы ма? Әрші яқшы, сау болыңыз. Ама мүмкін олса, мен русша сізден ойып тұрым. Ибет, бұйырыңыз, насылсызге қолай олса. Сабаңыз насыл башлана асылында, Алим Бей? У меня все по-английски. Овсянка и обязательно новости, чтобы потом было о чем на работе поболтать. Потому что можно не пообедать до двух, до трех, а энергия в нашей профессии очень важная. Саба сызны Ильхам Ландыра, яни, вдохновляет ли вас утро? Смотря как оно начинается. Если погода замечательная, как сегодня, конечно, ты идешь вдохновленный на работу, спешишь заняться творчеством. А если серые деньки, уже и вставать не хочется, уже и в постели полежать лишний раз. Әркезде бөлі мен белесем. Олимпия, сонда насыл сіз бұ ішнен, бұ зейнатнен өзі омырны бағладыңыз? Нерден әрше башланды? Все началось еще со школы. Я учился в гимназии номер 11 имени Тринева. Это в парке, в котором мы как раз находимся. И у нас была замечательная традиция. У нас каждый год в конце учебного года мы должны были поставить как небольшую сказку или спектаклик о том, как прошел у нас учебный год. И в первом классе я играл Колю, дурака, такого двоечника, который пришел в страну знаний, в гимназию номер 11, и решил все-таки взяться за голову и не филонить. После этого меня родители стали называть. Это вон тот артист с родинкой. И примерно с тех самых пор я и решил, что хочу стать артистом. Сон, мектептен сон, сіз бұйшыны девам еттіңіз, доғырамы? Нерде оқыдыңыз? В нашем Крымском университете культуры, искусств и туризма. На режиссуре эстрады. 6 лет я там отучился, на магистратуру закончил. Вот буквально недавно. Насыл бұл студентлік заманы сізлер үшін кетті, сіз пешман олмадыңыз, не пожалели, что поступили? Ни разу не пожалел, это самые, наверное, золотые дни были в моей молодости, потому что творческая атмосфера, все в работе постоянно, все очень круто, весело, интересно, каждый день мы куда-то выезжали, концерты какие-то, репетиции, очень много знакомств с какими-то звездами, эстрады даже было, все это очень интересно и здорово. Ал азырда сіз Қырым татар милли театрде чалышасыз. Бұл сіздің ілк бөле бір джиди чалышан еріңіз? Пока да. Очень мне понравилось в театре. Честно говоря, не думал я, что туда попаду. Получилось так, что после кастинга в университет к нам пришли и сказали, а ваши ребята кто-нибудь есть, кто хотел попасть? Ну, я подумал и пошел, посмотрелся. Взяли меня, значит, что-то вроде испытательного срока, а потом мне так все очень понравилось, и теперь работаю, и очень мне все нравится. Машала муфахайтлер сізгетілейм. Ве білемізке бүгін біз милли театрымызде яны саналаштыруының тағдым нәмесі, яны премьера олып кетедек. Бұл саналаштыруф, яны пьеса ақында бізге тариф етіңіз. Насыл жанрда, бұл комедия, яда драма, яда насыл. Оны серлевасы на әлбетік. Это лирическая комедия, называется спектакль «Малта пылыр джан тапылмас». В принципе, этот спектакль о самом главном, о любви и о нынешних ценностях, что ли, нашей молодежи татарской. О чем там? О состоятельной семье. Я, Луиза Усинова для Верситаров, мы состоятельная семья. Машалла. И по соседству живет Лимара Джалилова. Обычная девушка, сирота, которая живет вместе с бабушкой.
Понятное дело, она не очень состоятельна, она бедная, я ее люблю. А моя мать, конечно же, хочет женить меня на состоятельной, серьезной. Пек актуаль, блин. И насосы Мерседес Олсен, Пафосно Олсен, Олишеве. И о том, что нужно все-таки слушать свое сердце. Не стремиться за каким-то богатством, положением или состоянием, а все-таки слушать свое сердце, душу и стремиться к любви. Ребят, біз мен білесен телесердилеріңізге айтма жамыз, сонында не оладяк, олар келесінлер бүгін ве бақсынлар. Сіз анда баш рольны ойнайсыныз, доғыры ма? Сіздің қараманыз кім, оның ады насыл? Герой ады? Селим, Селим Бей. Анлайшлы. Насыл азырлықлар көрдіңіз бұ роль үшін? Как готовились к этой роли? Ну, пообщался с ребятами, с мажорами, так называемыми, чтобы знать, как это, как они выглядят, что они делают, как они живут. Ну и, естественно, посмотрел несколько фильмов, чтобы как можно более полно передать образ влюбленного человека, который борется за свою любовь и отставит ее до конца. Машала, бы сезон ильк пьесанас, барынджи пьесанас, я да-да-да, барыда. Нет, это моя шестая пьеса, в которой я принимаю участие, и третья, где я играю главную роль. Машала, Крым татар театр сында, доғыры. Қач илдан берлі, энда чалышасыз? Екі ил. Екі ил. Планларыңызда кімні иджирайт меге істейсіңіз? Білеміз ке, бір актер Оскар, мисал оларақ, алмаға істей. Бір театрде чалышқан актер бір кім сені иджирайт меге істей. Сізің боле бір роліңіз бар, кімін қараманыз сіз иджирайт меге істей. Істерідіңіз. Может, банально, конечно, но Гамлета. Ну и, честно говоря, что стремиться нужно к самому лучшему, к высшему. Оскар, да, было бы неплохо. Оскар. Демек, сіз тек театрде де гүлді, сіз фильмлерде де іштірақ етпенге планыштырасыз. Да, да, недавно снимались в проекте «Золотая Орда». Там у меня была эпизодическая роль. Было здорово, весело, интересно. Да, хочу пробовать в фильмах тоже сниматься. Машала, яхынларыңызда сіз насыл бір пьесаларға азырлық көресіңіз. Демек, бүгін более саналаштырып көстерейдек, мұны қысмет олса, яны елді оладяқ. Белкі, анда да бірде-бір пьесалар яны. У нас готовится очень серьезная пьеса по Кену Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Замечательная пьеса, на мой взгляд. Очень она злободневная. Я там буду играть Билли Бибита. Это заика такой. Там сумасшедший дом. Все очень серьезно, но это замечательная пьеса, замечательная история. И очень она серьезная. Очень ее будет важно всем нам увидеть. Так что приходите. Чех сағыңыз дәветке нұзычын. Алим Бей, бізім телесерделерімізге, сіз бүгін белкі де саналаштырға келген инсанларға нелеріні төлемеге істерідіңіз. Велбеті кешінді сізде болей имкеніңіз бар. Давет етмеге бізім атандашларымызды бүгін театрымызға. Не вақыт олажақ сат қачта бүгін? 6:00 вечера. Вырыңыз давет етіңіз. Дорогие друзья, приходите к нам, Крымско-татарский театр. 6:00 вечера. Посмотрите спектакль «Мал Тапулыр Джан Тапулмас». Он поможет вам расставить в жизни свои какие-то приоритеты, узнать какие-то ценности, которыми наша молодежь должна руководствоваться. И выбирайте себе вторую половинку с умом. И с сердцем самое главное. Машала, чех сауз, мы на были, но тогда был совет у нас на экинлейк, чех сауз, вахат айрган назычун, или бетки мы фахетлер сізге тілейміз бүгін ақшам, ерші яқшы кешсін сізде, ве булесін сағыл телесерделер, шымды Алим Бенин лафеткен вақытта, мана кунеш астик кедер етейді, ама егер де яз олсайды, мен шымды елбетеке біраз боле идеанландым, ама шымды кус ве кунеш бұ яқшы бір шейх ұссан күзде, әлбетеке бүгін күн сізіні тек күнеш құвандырсын, әрші яқшы олсын, күнлеріңіз яқшы кешсін, өз мекселекдешілерімізге есе яқшы эфирлер тілейім. Әрші яқшы олсын, сайғылы телесерделер, қысмет олса эфирлерде көрішкенде. Чоқ сағылыңыз. Сау олсын, Фатиме. Фатиме, чоқ сау олы бұтын күн девамына бізге
юксек кейф на бердам. Кечекене пек мирахклы мысафыр, урметли сейерчилер.